Я позволю начать с доказательной базы по фитотерапии. Больше 20 лет назад я открыл первое отделение фитотерапии на Украине, в Киеве. Вот. В отделение попадали люди по скорой помощи, те, с которыми не справлялись, ну, фактически амбулаторный прием и там, дневной стационар. Результаты очень интересные. Язвенная болезнь, несмотря на то, что хеликобактер как бы лечится антибиотиками, травами, 3 недели язвы рубцевались. Антибиотикорезистентные штаммы, пневмонии, то есть чувствительность, с аллергией ко всем известным группам антибиотиков, 3-4 недели, и пневмония завершалась выздоровлением. Я в целом имел примерно 5 лет подряд лечебную практику в разных отделениях. Вначале это была районная больница, затем это был центральный госпиталь МВД. Там великолепная иммунология и очень хорошие результаты по иммунологии, в том числе по травмам. Отдаленный результат, ни один язвенник ко мне в течение 2 лет не вернулся. Если говорить об эрадикации хеликобактер пилори, то полугодовая 6-месячная ремиссия – это эрадикация. 2 года не было ни одного обострения, ни одного рецидива. Это с точки, классическое применение в стационаре, где лечебный фактор был, кроме стационара, это диета по основному заболеванию и комплексы трав различные в виде настоев, отваров, там в сухом виде были, то есть ванны были разные, то есть такое комплексное фитотерапевтическое лечение без применения традиционной фармакотерапии. На сегодняшний момент, фитотерапия используется в основном амбулаторно. Результаты, сегодня много было тем о стеатогепатите, о жировом гепатозе, о сахарном диабете, интересные такие компоненты метаболического синдрома. Сахарный диабет 2-го типа я не лечу, я вылечиваю за 4 месяца у 80% людей. Упор в заболевании восстановления работоспособности печени. Аутоиммунные процессы, тромбоцитопения лечится 2 недели. Вопрос в чем? У меня немножко другая, с иной стороны, подход к лечению пациента. Я, подхожу со стороны правильного питания, как фитотерапевт, как диетолог, и система, получив правильное питание, начинает выздоравливать. То есть функциональная модель, она начинает работать по, в нужном режиме. Почему? Потому что действительно у нас, к сожалению, говорят одно, а лечат немножко по-иному. То есть у нас вот есть гастрит, действительно, от гастрита. Есть холецистит, от холецистита. Завтра будет панкреатит, будем лечить от панкреатита. Вопрос в том, что организм – это не набор отдельных органов, как мы наблюдаем сегодня в поликлинике, это целостная система. Если подходить к ней как к целостной системе, она начинает работать оптимально и выздоравливает. Результат интересным. У меня уже опубликовано около 45 книг, сейчас просто немножко сбился со счета, там они на разных стадиях идут. Вот. В том числе и в России пошла серия книг, то есть в принципе украинскую фитотерапию Россия восприняла, хотя у них я не скажу, что фитотерапия на последнем месте, там достаточно хорошо развита. Вот.